Здравствуйте, вы смотрите канал Максимадзе, и сегодня на дворе 1 сентября. Я поздравляю всех школьников с этим замечательным, но скорее всего не замечательным днем. Желаю всем получить как можно больше хороших оценок и отучиться этот год великолепно. Ну а сегодня у нас очередной выпуск на моды «Как достать соседа». И этот первый мод называется «Как достать соседа 5 звезд». Так вот он выглядит, музыку я отрубил, потому что там играет какая-то песня, на которую могут быть авторские права. Так, ну просмотр звезд. Сосед осматривает звезды в небе. Ну, ладно, хорошо, хоть смотрит на звезды, а не на голых женщин в окне. Короче, что мы видим? Тут... Это типа лестница такая или что? Это что такое? Очень жесткое электричество отдает. А, это аккумулятор, понятно. Фух, окей. Я напомню, ни в какую школу и ни в какой колледж сейчас не иду. 1 сентября это праздник не для меня. Все дело в том, что я в колледже учусь заочно, и у меня начинается учеба только в ноябре. Что, возможно, вас удивит. Меня самого удивило. Я думал, что будет в октябре только. Ой, куда ты пошел-то, дебил? Ничего не понял вообще. А, по лестнице идет. Хорош, блин, хорош вообще спускается. Ну, неплохо вот это вот на самом деле сделал, чтобы пасть спускается по лестнице. Это не так уж плохо. Получил сегодня, кстати, новую мобилу коллекцию. Это Nokia 5000. Скоро на него будет обзор. Ну или Nokia 5000, как угодно можно назвать. Я ничего не вижу из-за темноты. Давайте посмотрим. Надо было сразу ее, наверное, включить. Star Studio. Так, курсор, как видите, изменен, но все равно недоделанный, как видите. Тут что, голубенький такой фон. Квадратик за курсором. Так что придется, видимо, смириться с этим. Ну ничего. Так, ну и следующий. Арендокализационный дом. Описания нет. Сосед кушает много пирогов. Ладно. Обалдеть. Ого, ну вот тут уже придется... размышлять. Красный фломастер, ну прикольно. Часы, кстати, мы не осмотрели. Или осмотрели? Осмотрели, наверное. Так, с трубой что можно сделать? Открыть? А, хорошо. А, это типа яйцо. Ясно. А это типа пиво. Хорошо.
А, это пол подпилить. Ладно, давайте тогда потом сходим. Почему нет? О, прикольно, прикольно. Жилетка какая маленькая для меня, это жмёт очень сильно. Но ничего, придется потерпеть. А, не-не-не, нормально, нормально. Да блин, промахиваюсь, что-то я. Хорош вообще прям. Сегодня, когда на почту за этим телефоном ходил, пацаны, девчонки с рюкзаками в школу идут. Некоторые с недовольными, конечно, лицами. Но некоторые с довольными были. Но, скорее всего, не из-за школы, а из-за чего? А просто из-за чего-то другого. Мне никогда в школе не нравилось. Ничего себе! Прикольно проделали. Ну что ж, такой вот модик это был. Давайте поставим ему плюс-минус. Плюс за то, как сделан мод, а минус за то, что вот так мало уровней. Надеюсь, будут обновления, и мы с вами на них будем смотреть. Ладно, переходим к следующему моду. Следующий мод называется The Golden Mod. Многообещающее название. То есть, золотой мод, типа. Этот мод мы с вами уже видели. И я не помню, какие тут изменения. Это обновленный мод, но я не помню, какие там изменения идут. Говорил, что вроде бы какие-то там то ли 2, то ли 3 уровня изменены. Каких-то. Опа. Хорош. Хорош. Ладно, ладно. Снова здорово, блин. Я вот нифига не понял, где музыка играет. Не, ну я, конечно, с таким временем не пройду мод этот. Даже этот уровень. Я хрен пройду. Мне никогда не получалось этот уровень пройти с таким временем. Давайте пройдем более, так сказать, удобный для нас уровень. Почему такой темный? Этот уровень гораздо легче пройти. Просто идем и сразу же начинаем покосить. Я надеюсь, за эту музыку авторских прав нет. Так, бежим в шкаф скорее. Да, опять эти звуки, которые мне не нравятся, если честно. Хардкор это, конечно, интересно, но... Все-таки звуки эти... Да, я не успеваю портрет изрисовать. Ну и пофигу.
Давайте его изрисуем сейчас. У нас времени, я думаю, хватит. Уровень тот же, просто он стал темным. Некоторые вещи трудно разглядеть. Ну, двери, разве что, вот, светлые. И вот эти объекты всякие. Ну, их, видимо, сложно было сделать. О, ну, прикольно, вот сделали, что глаза и рот светятся. Сколько времени, кстати, на часах? 14:14, понятно. Да, хорошие мне моды к 1 сентября, блин, прислали. Так, вот остальные уровни, вот я, если честно... Так, этот уровень тоже темный. Но как его пройти, я уже не помню. Блин, да, да мы за минуту не успеем это ничего сделать. Наверное. Я так думаю. Ух. Ты чё, блин? Да мы за 40 секунд не успеем, вы чё? Открыл бы второй сезон, но, блин, я не знаю, что там будет. Да мы не успеем это все сделать. Ладно, давайте пойдем сюда и посмотрим на другие уровни просто. Так, твой выход из телеэкрана. Так, отсылочка на меня, это классно. И больше на кого отсылочек нет. А, нет, на Эндрюса мы еще есть. Он, кстати говоря, этот уровень тоже темный. Здесь тело Вуди есть, но это, видимо, клон, что ли, его. Блин, вот на эту музыку авторские права могут быть. Надеюсь, что не будет. Так, у нас нет другого способа, как выйти отсюда, это только попасть сюда. Еще два уровня у нас осталось. Не добавляйте ни в коем случае в моды музыку из авторских прав. Это не приводит ни к чему хорошему. ПП-29. Что это значит? Уровень тоже темный, но дневной. Так, ну мешок. С бабками тут есть. Я вот не знаю, как хардкорные уровни проходить. Я только один не знаю. Это... Точнее, я знал еще, по-моему, этот. Я вот этот банный уровень помнил, как пройти. И яблочный, и этот вишневый пирог. О, Гарри здесь есть, офигенно. Так, да, еще. Записка какая-то. Ладно, в общем, ясно. Мозг какой-то тут лежит. Сосед у нас вообще какой-то маньяк. В общем, эти уровни мы посмотрели, я могу только один пройти. Уровень вот время смывать кровь, я еще помню, как пройти, сейчас уже не помню. Ну, в общем, такой вот мод. Не знаю, я не знаю, есть какие-то тут изменения. Если я не увидел то, чего хотел автор,
Автор, напиши в комментариях, я этот мод пересниму. Ну, какую бы нам этому моду поставить оценочку? Тоже плюс-минус. Плюс за какую-то работу, минус за то, что пакости не изменены. О, погодите. Тут новое описание, или я не помню. Средний, короче, мод. Плюс-минус. Было 54 года, он скачался от удара ножом от незнакомца. Информация пока неизвестна, но демоны пожалели его и дали ему жизнь. При условии быть маньяком. О, обалдеть просто. Ладно, такой вот модик. У нас еще есть время на третий мод. Идем дальше. А третий мод у нас называется, когда сосед возвращение мододела от Ярослава этого. Гудкова, по-моему. Или я не помню. Короче, тут опять играет музыка, в которой я не уверен. Поэтому я ее выключил. Тут у нас Вуди вот такой вот. Сосед. Ну и отсылки. Это канал Максимадзе почему-то, правда, немного недорисованный. И Эндрю Сэм, который дорисованный. Короче, называется мод «Возвращение мододелы». Чувак долго не делал модов и наконец-то сделал новый. Спасибо за съемки других видео, пожалуйста. Короче, я вернулся и буду делать моды на каждого соседа. Также отдельное спасибо Максимадзе и Эндрю Сэму. Да, два ютубера, которые снимают моды на каждого соседа. Эндрю Сэм, кстати, вернулся к ним, но играет в них только на стримах. А стримы у него, так же как и у меня, проводятся нечасто. Я не буду говорить свое имя, ведь ты можешь посмотреть, кто я в титрах. Хорошо? Точно. А, Мирослав, а не Ярослав. Извините. Ну хорошо. Вообще, я всегда был жив. Ну и ладно, запускай, играй. Хорошо. Так, это клоны. На когда соседа. Среди них есть так как говно, так и не говно. Так, у соседа Вуди опять на шоу. Он смотрит австралийские телепередачи. Есть конфеты, но Вуди сделает все ради шоу. Все аптечки. Все в аптечке, и думай логически, что куда. Хорошо. Логически так логически. Посмотрим. Почему качество опять ухудшено, немного непонятно. По-моему, уже прошло, кстати, больше года с того момента, как вышла вторая демо-версия ремастера КДСС от Social Media Live Production. Ну или, может быть, не больше года, но очень-очень много. И никаких вестей о ней нету вообще. Выйдет она или нет, не знаю. Будем надеяться, конечно, что выйдет. Я так понимаю, на микроволновку ничего не надо. Но давайте попробуем. Да, точно. Это надо было. Да, телепортирующийся сосед. Это нас удивляет. Так, здесь никаких изменений в описании нет. Так, это что у нас?
Даже описания нет. Ладно. Это? Да, не знаю, почему соседу от этого хочется туалета. Ну, хочется так хочется. Сосед у нас, наверное, срун. Так что ничего страшного. Так это и вот это. Ну да, 4 пакса получается. Соседу от уксуса захотелось в туалет. Мы удивляем. Ся! Потому что уксус вышел не из того места, из которого он должен выходить при употреблении. Так, курение плюс почта. Сосед в понедельник курит в гостиной, берет табакерку со стола в гостиной и курит. Между делом он спускается заглянуть в почтовый ящик, а вдруг там пришла посылка или подарок. Но Вуди решает, что курение вредно для здоровья, поэтому решает его проучить. Правильно, курить нельзя. Да и пить алкоголь нежелательно бы. Я, наверное, не знаю, буду ли я его пить, когда буду взрослым. Имею в виду совершеннолетним. Поскольку видел я, что алкоголь с людьми делает. Бывают напьются. Напьются. В пьяном угаре поссорится, и кто-нибудь кого-нибудь убьет. Еще. А потом сядет надолго в тюрьму. А был еще в 2017 году такой вообще жуткий случай, когда когда на 600-ках где-то в Москве, что ли, вроде бы это было. Электрик один зашел в гости к каким-то там жильцам, там их было много, и они там и что-то посмеялись над ним, что-то еще. Он ночью в пьяном угаре из охотничьего ружья 9 человек расстрелял. Зашибись просто. Что алкоголь с людьми делает. Ну, его без всякого сомнения приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Так, порох. Никто и не сомневался, что его посадят именно пожизненно. Поскольку он совершил массовое убийство с особой жестокостью. Вот так вот поймешь, как курить. А курить не надо даже начинать, потому что... Начнешь и будет... Что-то будет просто тянуть на сигареты. И не сможешь бросить. Некоторых удается, но если куришь очень долго, то уже так просто не бросишь. Скорее всего, вообще не бросишь. У меня дед с 18 лет курит, а ему уже 70.
что ни в коем случае не начинайте курить. У меня одногруппники в колледже курят, он некоторые. Что мне не нравится, конечно. Особенно раздражает, когда девчонки всякие там курят. Совсем неприятно, что от девчонок пахнет дымом. Такой вот модик, непонятно почему на меня... Почему мне из золотишку сюда добавили. Ну, в общем, такие вот сегодня были три мода. Этому моду мы... О чем мы этому моду поставим? Поставим ему тоже плюс-минус. Плюс за изменение пакостей. Ну и минус за то, что мало уровней. Ну а так на сегодня все. Еще раз всех с 1 сентября, с началом учебного года. И Леху тоже, он в колледж отправляется вновь. У него же очно. Ну и студентов всех, очников тоже поздравляю. Ну а на сегодня все. С вас лайкос, подписывайтесь. А с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.